Сегодня 26 августа 2021 года, примерно 15:10 на 932 километре перегона «Золотая степь» наливная произошло столкновение автомашины УАЗ и пассажирского поезда «Махачкала-Москва». По предварительным данным, водитель автомашины УАЗ нарушил правила проезжего переезда, для чего водитель и два пассажира скончались на месте получения травм. На месте работы следственно-оперативной группы выясняется обстоятельства произошедшего.